Всем привет, с вами Филранес, мы продолжаем проходить Skyrim. Проходим с вами школу магии, коллеги Винтерхолда. Этот замечательный шарик уже на вас привезли сюда. Это всегда так воодушевляет. Вот как? Ему что-то известно про нашу чудесную находку? Это про то, что что-то спрятано в глубинах Саартала. Что-то, за что воевали люди и меры. Нужно бы ее перечитать. Не помню подробностей. Я просто не могу оторваться. Что бы это ни было, оно красивее всего, что я видел в жизни. Если позволишь мне слегка отвлечься, я думаю, я смогу сделать несколько наблюдений. Уверен, вы уже заметили эти символы. Они совершенно отличаются от всего, что мы видели раньше. Айлейтские, вемерские, дейдрические, даже не фалмерские. Ничего не подходит. Весьма-весьма интересно. А теперь, хоть я и не уверен, что ваше чутье так же развито, как мое, за годы практики, но вы что-нибудь чувствуете? Он идет сейчас, почувствует. Сильный предмет. Он практически излучает магию. И тем не менее не похож ни на что из того, что мне встречалось раньше. Архимаг Чё, Арен пришел, сука, идет сюда. Этим вопросом. И надеюсь, мы скоро узнаем больше. Боюсь, теперь... я должен вмешаться. Мне срочно нужно поговорить с вашим помощником. Немедленно. Это совершенно недопустимо. Мы тут заняты серьезным исследованием. Да, я не сомневаюсь в его важности, однако мое дело не может ждать. Ну что ж, так безобразно меня не прерывали никогда в жизни. Какая наглость! Думаю, мы продолжим позже, когда нам не будут мешать. Немедленно иди за мной, сейчас же. Правда? Что ж, позволь мне прояснить ситуацию. Я хочу знать... Почему в коллегии появилось некое лицо, называющее себя членом Ордена Псиджиков? А также я хочу знать, почему это лицо желает поговорить с тобой. Так что мы сейчас побеседуем с ним и выясним, что именно ему нужно. Вопросы здесь задаю я. А тебе достаточно знать, что Орден Псиджиков — преступная организация. Они поставили себя выше закона. Они уже сталкивались с Альдмерским Доминионом. И я не допущу, чтобы то же самое произошло здесь. Понял? Услуги по зачарованию предметов. Чего? Сергей? О, Серега. Что связывает нас с остальным Скайримом? Чё, к архимагу? Ты поговоришь с этим монахом и выяснишь, зачем он пришел. После чего его выставить с территории коллегии. Угу. А где с ним поговорить ты должен? На крыше, что ли? Покой архимага. Пожалуйста, не волнуйся, я не причиню тебе вреда. Приятно с тобой познакомиться лично. Я просто хочу с тобой поговорить. Я дал нам шанс поговорить без свидетелей, но это ненадолго. Будем кратки. Ситуация здесь в вашей коллегии чрезвычайно важна, а наши предыдущие попытки связаться с тобой провалились. И я думаю, что дело именно в причине наших страхов. Этот предмет Око Магнуса, как вы привыкли его называть, его энергия не позволила связаться с тобой через видения, которые мы тебе посылали. Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе, как с ним поступить.
Боюсь, все не так просто. Пойми, Орден Псиджиков обычно не вмешивается в события непосредственно. Многие мои собратья воспримут мое присутствие здесь как нарушение наших правил. И я уйду, как только мы закончим беседу. Я прекрасно понимаю, что мое прибытие вызвало подозрения. Особенно у Анкана, вашего талморского коллеги. Но все равно мой орден не будет действовать прямо. Действовать придется тебе. Как ты уже, вероятно, знаешь, этот предмет, око, чрезвычайно могуществен. Мир не готов к появлению такой могущественной вещи. Если око останется здесь, его используют во зло. Увы, многие в Ордене полагают, что неотвратимое уже произошло или вот-вот произойдет. Мы считаем, что тебе придется разбираться с последствиями, но мы не можем предсказать, какими они будут. Я боюсь, что уже нарушил правила своего Ордена, но все-таки я скажу тебе еще одно. Найди Авгура Данлейнского, вашей коллеги. Возможно, он знает и чувствует больше, чем мы. Когда-то он учился в коллегии. Теперь он нечто другое. Я не знаю. Он где-то в коллегии. Наверняка кто-то из твоих коллег знает, где он. Прости, что я не могу сообщить тебе желаемое. Но этот разговор требует от меня больших усилий. Теперь, боюсь, я должен тебя оставить. Мы будем присматривать за тобой и направлять, как только сможем. Залог успеха внутри тебя. Никогда не забывай этого. Извините, вы хотели что-то сказать? А куда он пропал? Братан, а у тебя это... Прости меня. Мне тут не место. Да. Что все это значит? Даже не думаю. Простите, боюсь, я не вполне понимаю. Не прикидывайтесь скромником. Вы просили встречи с неким членом коллегии. Вот он. И чего вы от него хотите? Произошла ошибка. Очевидно, мне тут не место. Я откланяюсь. Что? Что это за шутки? Вы никуда не уйдете, пока я не выясню, что вы затеяли. Я ничего не затеял. Прошу прощения, если я как-то оскорбил вас. Это мы еще посмотрим. Прости меня, мне тут не место. Блять, да что ж такое-то? Никто не... Я точно не знаю, что произошло. Блять, из этого ничего себе нельзя. Из ордена псиджиков, спустя столько... Так, ладно. Найти. Надеюсь, а ты подсказать можешь, не оскорбили? Нет? То, чему ты здесь... Что, Толфдир опять рассказывал байки? Мне казалось, он уже должен был понять, что это неподходящая тема для разговоров. Прошу тебя, не позволяй ему распространяться на эту тему. Теперь прости, мне пора. Так, ладно, от тебя толку вообще никакого. Архимаг овощ. А Толфдир тут... Можешь, конечно, к библиотекарю еще сходить. Но я бы лучше попиздел с Толдером. Прости меня, мне тут не место. Коллеги, так. Этого имени я уже очень давно не слышал. Боги. Я уже много лет с ним не говорил. Думаю, он по-прежнему внизу, в Нидоне, но не могу утверждать. Ты пойдешь к нему, передавай ему от меня привет, ладно? Под коллегией. Это не самое приятное место, так что если пойдешь туда, будь начеку. Полагаю, он возражать не станет. Видишь ли, это было очень давно, еще до меня. Но я слышал разные истории, как и все остальные.
Он был блестящим учеником, а потом стал опытным магом. Занимался такой магией, которой другие подступиться-то боялись. Но мне кажется, он слишком уж увлекся накоплением могущества, и это привело к катастрофе. Окей. Так, ну чё, пойдемте в Миден. Это, собственно, то, про что я и говорил. Как раз-таки здесь-то мы вроде и встречаем Дримору. Судя по рыку, не только Дримору. Зал поддержки. Окей. Сюда и с коллегии проход есть. А где запчасти? Блин, здесь столько путей. К какому из них идти? Кого-то захерачили. Хорошо живут. Кто там? Будешь знать. Миден тьма. Так, до тьмы давайте походим здесь, посмотрим, что у нас. Ёб твою мать. У нас нет нужного предмета. Так, это Обливион. Символ. А что за предмет сюда нужен? Сожалею, что не могу с тобой увидеться лично перед твоим отъездом. Нор в Интерфоне прекрасная коллегия. Может, тебе известно, что я там обучался. Посмотрите записи от Раннахов. Был у меня такой проект во время... пребывание в Винтерхолде. Не говори ничего преподавателям, но спроси своих товарищей по учебе о месте под названием Миден. Там ты найдешь кузницу. Боюсь, что некоторые мои записи были утрачены. Они раскиданы по разным местам, потеряны во время путешествия по Скайрим. Возможно, они попадутся тебе в ходе моих приключений. Угу, это кузница от Ранахов, получается. Окей. Один хрен я их делать не могу пока что. Так, ну ладненько. Может, здесь что-то осталось, нет? Перчатки. Ящик пожертвований. В любом случае, какой-то нужен катализатор или что-то, я не знаю. Так, ладно. Кузница от Ранахов, это прикольно. Пойдем дальше в тьму.
Темное братство? Хорошо, что я поменялась. Покажись! Так, это вообще выход в Скайрим. Не было сомнений. Интересно. Вот это, по-моему, с Дриморой как раз-таки связано. Кто там? Только что ему надо? Сюда положить или сделать? Логично, что какие-то кто кольца. Там? Мизинец, безымянный. Бля, надо будет почитать. Я что-то ничего не помню, что мне с этим совсем делать. Так, это по сюжету. А, мы вернулись. Окей. Твое упорство принесет тебе только разочарование. И все же ты настаиваешь. Ну хорошо, можешь войти. Да, я тот, кого ты ищешь. Твои усилия тщетны. Все уже началось. Но те, кто прислал тебя, не сказали, что они ищут. Не сказали, что ищешь ты. О да, и потому ты ищешь меня, хотя еще не знаешь зачем. Как и иные до тебя, ты слепо идешь по пути к своей гибели. Талмарец тоже приходил искать ответы, и зная, что они принесут ему беду. Твой путь сейчас идет по его следам, но ты опоздаешь. Он зовет себя Анкан. Он ищет знания о Боге, но найдет нечто совсем иное. Ваши пути со временем пересекутся, но сначала ты найдешь то, что тебе нужно. Те, кто помогают тебе, хотят узнать больше о Боге Магнуса. Вы хотите избежать катастрофы, которую еще не почувствовали. Чтобы смотреть сквозь око Магнуса и не ослепнуть, тебе нужен этот посох. Теперь события быстро приближаются к развязке, так что поспеши, передай это знание своему архимагу. Что-нибудь поняла? Так, окей. Пойдем. Мидден. Не въехал.
Ладно. Так, архимаг. По идее, нас сейчас пошлют за посохом, а после этого будет развязка. Че тут грустишь? То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении... Правда? И что же это? Прости, что? Ну, мне бы, конечно, хотелось иметь такой могучий посох. Но я не уверен, что кто-то из нас найдет ему практическое применение. А ты откуда знаешь? Правда? И он сказал именно про посох Магнуса? Я поражен твоей расторопностью. Конечно, кому-то теперь придется заняться этим вопросом. Тебе, да? Мне нравится твой настрой. Продолжай в том же духе и сделаешь отличную карьеру. Посох Магнуса — нечто совершенно особенное. Такая древняя вещь. Не знаю даже, случалось ли нам раньше находить предметы такого масштаба. Кажется, про посох недавно говорила Мирабелла. Попробуй спросить у нее. Знаешь, мне нравится, как быстро ты учишься. Ты не просто ученик. И это уже всем очевидно. Молодец. Эта вещица некогда мне очень пригодилась. Надеюсь, она исправно послужит и тебе тоже. Обруч мага. Открытие невидимого. Так, а Мирабелла это школа разрушения, по-моему. Бабёх с короткими волосами. Да, точно. Если возникнут проблемы, обратись... Странный вопрос. Почему ты хочешь это узнать? Да просто. Понятно. Да, возможно так, хотя я не понимаю, что, по его мнению, должна тебе рассказать. Несколько месяцев назад сюда заявились члены Синода, и я рассказала Архимагу, что они его ищут. Они определенно думали, что мы его прячем где-то у себя в шкафу. Маги из Сиродила. Они последние несколько сот лет строили из себя имперскую коллегию магов. Насколько я понимаю, они только изображают бурную деятельность и выпрашивают подачки у императора. Много политики, мало магии. Я очень удивилась, когда увидела их у нас на пороге. Они были очень вежливы, но их расспросы меня обеспокоили. Стало понятно, что они охотятся на могущественные артефакты. Ищут то, что может способствовать укреплению власти. Никто из нас не знает. Синод, похоже, убежден, что он где-то в Скайриме. Они расспрашивали про руины Мзулфта, но больше я ничего не припомню. Похоже было, что они собирались туда отправиться, хотя и не сказали, зачем. Полагаю, если ты намереваешься отыскать посох, они могут все еще быть в Мзулфте, но не жди от них помощи. Мзуфт. Окей. Удачи. Так, а Мзуфт это вроде где-то... Ага. пещерка какая-то. Пойдем, пойдем, скроемся от солнца. Исчез. Найди парата в акулатории. Помянем. О, шмоточки твои продам.
А, вот почему я сюда войти-то не мог. Ключик нужен был. Еще минус один. А ты еще откуда? Будешь знать. Блять, все обобрали. Мне, конечно, сейчас и не нужны все эти запчасти. Единственное, что две мирские болты я бы пособирал. Ну или может еще что-то. Прилетело. Куда мне по основному пути-то? Жди, жди, Ван. Кто это ругается? А. Твоя же тянка. Тебя же жечь собралась. Так, отливки не интересуют. И все остальное тоже. Вот раньше бы, да. А сейчас нахрен не надо уже. В финале Центурион будет, да? Лунный камень. Хорошо, что я доверяю. Ладно, понял. Может быть и не Центурион. Так, хитин есть? Есть. Хорошо, что... Вот этого усик надо. Что-то как-то слабовато он защищен, этот мзуфт. Кто там? О, болты две мирские подъехали. Фига ты его протаранила. Опять отливки, они мне уже не нужны. Может было бы, конечно, еще раз кузнечное дело прокачать, но, блядь, нахера оно мне надо? Кто там? Так, я так понимаю, это основной сюжет, судя по длине коридора. А что здесь тогда? О, химический стол, опять отливки.
Вниз вообще не хочу. Ага, я понял. Оп-оп-оп-оп. Так, Угу. Ты уже здесь. О, фаумеры пошли. Опа, стоять. Так, двимерский болт. Хорошо. Нехило, тут у них войнуха была, походу. Молодец, попал. Кто там? Так, тут чё? Очень похоже на основной маршрут. Да ёптать. Болты. Ну и все. Надо будет еще, кстати, у меня там мини-заданька была вроде. Прочекать возможность изготовления золотого и соблазнительского снаряжения. Это которое новое подвезли. Типа, как их там... забыл. Так, у нас перегруз, значит, надо что-то лишнее дропать. Обруч мага, я думаю, продам. Тут довольно приятные шмоточки, которые тоже было бы славно продать. Ну, эбонитовые щиты дропнем нахер. Весят много, толку мало. Чей-то яйки соснового дрозда. Так, яиц коруса у меня вообще дохренища, поэтому их собирать я вообще не вижу смысла. Бля, капец, конечно. Как локация называется? Паровые машины? Где тут паровые машины, скажите мне, пожалуйста.
будет знать. Хера, это ему в пятку прилетело. Зовем тебя Ахиллес. Хоть ты и умер не только от выстрела в пятку. Здорово. Еще одного минусанули. Тут их всех, походу, минусанули. Вот, решил его с нами позвать. Ну, правильно, правильно. Вообще неплохо так их раскидало. Типа, пачка дошла аж до сюда, выходит дело. Кто-то на входе или пытались выбрать, типа. Ну, это одному разработчику известно. Для чего и нахрена? Ох, сколько ж мне с этими фаумерами еще воевать предстоит в будущем. Там, по-моему, надо будет идти в черный предел. А дорога туда тоже лежит через всякие гномские и фаумерские пещеры. Вот. О, механизм. Самое жопное это по DLC вампиров. Там очень длинная пещера фаумеров. Просто там, наверное, час ее проходить. Мне кажется, этому будет посвящена отдельная прям серия. До этого, конечно, еще далеко. А ты еще. Крутой кадр. Да ёп. Хорошее кольцо, кстати. И, конечно, может, попробую свои хорошие такие же замутить, чтобы там, типа, магия расходовала меньше и быстрее восстанавливалась. Когда прокачивать надо будет. Но, в принципе, сойдет и такое. Даже если на продажу. Да что ж тут все на замках-то, еб твою мать. Кстати, амулет Мара нашел. Его не так часто встретишь. Я по свадьбе покупал. Локацию сильно рейдить, мне кажется, смысла уже нету. Деньги есть. Ума не надо. Что-то супер ценное, я не тоже не думаю, что мы здесь можем найти. Если что, вернусь потом. Не записи. Стоит, смотрит. Ему лицо ломаю. Так, надо это. Немножко пошалить. Да? А ты еще откуда? Вот опять, почему заклинание не сработало? Теперь сработало. Кристалл. Хз, для чего, но для чего-то сгодится.
Так, тут тоже хлам один. Сюда, походу, основной маршрут. А чё, никаких других книжек или каких-то предметов нету больше? И всё. Ради кусочка золотой руды. Обидно. Мастерские замки-то взламывать. Хотя я уже, по-моему, рассказывал когда-то историю, когда я тоже вскрывал какой-то замок хардкорный, а там говнище какое-то лежало. Ну, уже не помню, что, где, когда, но помню, что такое точно было. Нужен ключ. Ключ. Кого тут ключ? Сюда, что ли? Ебать, копать. Книги. Тухлые. Опять эти отливки. В нихуевом количестве. Когда уже не нужны. Красота. О, стрелы. Тоже тема. Мне кажется, я из тех двимерских этих, что у меня остались, как раз таки стрелы и наделаю. Это, в принципе, тот самый среднячок, который можно вполне себе хорошо юзать. Ну, то есть слитки часто встречаются, стрелы среднего качества и все такое. Хотя я уже столько эбонитовых слитков накупил, что мне кажется, на эбонитовые стрелы мне точно будет хватать. Если доэдрические еще надо сердце доэдра, на драконии тоже там драконий костей сильно не напасешься. Это надо по КД ходить, лутать. А эбонитовый почему нет? Здорово. Хаврос, это ты? Я почти потерял надежду. Сейчас открою. Вечер в хату. Что ты тут делаешь? Это все фармеры, не так ли? Чтоб их, они все испортили. Если Хаврос погиб, надежды нет. Он должен был вернуться с кристаллом. Без него все наши усилия, считай, пошли прахом. А ты, если ты охотишься тут за сокровищами, знаниями или еще чем-то, боюсь, зря тратишь время. В первый раз он не сработал. Я пытался сказать Хаврусу, но он не стал слушать. Сказал, нет, не настолько холодно. Ну и я оказался прав, не так ли? Когда мы сюда пришли, фокусировка была совсем неправильная. Искажена из-за холода. Хаврусу пришлось тащить его обратно в Сиродил. А мы остались здесь отбиваться от проклятущих фалмеров. Это была гениальная идея, честно. По большей части моя, но все почести достались Хаврусу. Но это секрет. Официальное дело Синода. Я не могу об этом говорить. В самом деле? Что ж, боюсь, я тут ничем тебе не помогу. Чтобы сделать что-то полезное, мне нужен кристалл, а у меня его нет.
Тебе удалось найти? Да как же? Это он! Это он! Не знаю, кто ты, но тебе только что удалось спасти этот проект. Кстати, а кто ты? В самом деле, Савос нас даже не принял, когда мы к вам пришли. А теперь вы хотите чего-то от меня? Мне это не очень нравится, скажу я тебе. Но тебе удалось спасти мою шкуру, так что я постараюсь забыть о прошлой обиде. Идем, я все объясню по дороге. Неважно, что сказал Габрос. Я первый это придумал. Когда я вернусь, совет об этом узнает. Это я придумал использовать. Если ты вернешься. Ой, бля. Не-не-не-не-не. Рано. Да. Ладно. У вас тут похавать есть. Денюшка. Подбухнуть. Ёп твою мать. Это все какое-то нереальное. Я чё-то такое помню. А еще я помню, что рандомно сидел, кликал, чтобы, блядь, эту хуйню открыть. Пойдем что-то. Да. До встречи. Да. Да. Че это? Все эти заклинания, какие я покупал, тут может собрать было. Что делать-то, дед? Алло. Да. В самом деле? Что ж, боюсь, я тут не... чем тебе не помогу. Чтобы сделать что-то полезное, мне нужен кристалл. А у меня его... Вот. Великолепно, не правда ли? Сколько труда было вложено, чтобы запустить его снова. Я лишь надеюсь, что дело того стоило. Помести кристалл в центральный аппарат, и мы начнем его фокусировать. Да. Да. Кажется, понял, что надо делать. Или нет. В одну линию выставить как-то. Но оно мимо прошло. Его узнает. Серыч, что делать? Активировать.
Так. Хер его знает, слушай, что-то реально непонятно. Да. Теперь кристалл нужно сфокусировать. Его создали слишком далеко отсюда. Мы знали, что нужно будет вносить коррективы. Нагрев и охлаждение заставляют кристалл увеличиваться и уменьшаться, что, в свою очередь, влияет на прохождение света через него. Тебе нужно будет использовать заклинания. Раз ты из коллегии, наверняка ты их уже знаешь. Тут где-то должны лежать учебники для начинающих. На случай, если у вас уровень обучения еще хуже, чем я слышал. Ладно. Угу. А если молния? Учебников и не было. Молния и огонь. Объясни еще раз тупенькому. Теперь кристалл нужно сфокусировать. Его создали слишком далеко отсюда. Мы знали, что нужно будет вносить коррективы. Нагрев и охлаждение заставляют кристалл увеличиваться и уменьшаться, что, в свою очередь, влияет на прохождение света через него. Тебе нужно будет использовать заклинания. Раз ты из коллегии, наверняка ты их уже знаешь. Нагрев и охлаждение. Нагрев у нас пробовали, давайте попробуем охлаждение. Обморожение. Это более-менее что-то похоже. Так, вверх, середина. Ёптам, Серыч! Отойди. Охереть, они сложились. Первый есть. Красота. Ну что это? Это совсем не то, что должно было получиться.
Эта проекция должна светиться, как ночное небо. Откуда-то исходят невероятные помехи. Похоже, они идут из Винтерхолда. Что ты делаешь? Это что, попытка сорвать мою работу? Так в чем дело? Что вы наделали? Вы хоть знали, чего мы добиваемся? Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал, и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. Ты и твоя коллегия погубили годы моего труда. Моих коллег и друзей убили фалмеры, а ты просишь меня успокоиться? Как тебе это удалось? Ты мне либо врешь, либо... У вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это? Око Магнуса? Что ж, если я прав, как интересно. Да, посох. Любопытно. Я не могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вызнал за многие годы. Кроме того, я сомневаюсь, что ты все поймешь. Не случалось бывать в планетарии, что в имперском городе? Именно там родилась эта идея. Мы создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля. А затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Хаммерфелл, Скайрим, Сиродил. Открыть нам источники огромной магической энергии. Исключительно называется для того, чтобы защитить империю, Моровинт. Разумеется. И вот все-таки он стоим, нам открылись только два места. Одно из них — ваша коллегия. Второе? Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Итак, маг из Винтерхолда, несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Ну и ладно, иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сиродил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Можешь уебнуть? Ну, да, возможно. Я имею в виду, да. Совет об этом узнает. Он выяснит, что вы за... Я? Я полагаю, что нашел тут больше, чем мог надеяться. Твои уловки не собьют меня с толку. Мы что, ушатать? Мы закончили. Так, окей. Тебе удалось немало сделать, но худшее еще впереди. Немедленно возвращайся в свою коллегию. Тебе придется действовать быстро. Прими вызов и узнай, на что ты годишься. Ты на верном пути, и ты победишь. Нахер мне в коллегию? Подожди. Так, явиться к Савусу Аарону. Чё меня ведёт-то куда-то в ебеня? О! Похоже на... Не знаю, что он там делает, но это ему с рук не сойдет. Анкана, он вошел туда и теперь что-то делает. Мы не знаем, что. Мы пытаемся туда войти. Я ему за это голову оторву, честное слово. Помоги снять чары. Мы уже все испробовали. Мне все равно, что это такое. Убрать сейчас же. Я хочу знать, что он там делает.
Не знаю, что он там. Сейчас не время. Не знаю, что творится, но это надо срочно пресечь. Анкано, прекрати немедленно! Я приказываю! Ты в порядке? Идти можешь? Вставай на ноги. У нас тут беда. Анкано что-то делает с этим... этим оком. Мы его не можем остановить. Я не видела Саваса после взрыва. Должно быть, его отбросило. Возможно, он ранен. Найди Архимага как можно быстрее. Беги! Со мной все будет хорошо. Мне нужно только перевести дыхание. Найди Саваса. Так. Вот вам и Анкана, педрила. Хороший был Савос. Ты в порядке? Что там случилось? Но даже они лучше, чем это. Во имя девяти. Значит, он за это в ответе. За смерть Архимага. Но это еще не все. Что-то случилось в Интерхолде. Видимо, тоже работа Анкана. Беги туда и убедись, что там все в порядке. Живо, поторапливайся. Я найду Мирабеллу, и мы попробуем справиться тут. Он мертв? Бля, какого смотреть-то? Мне шмотки с него нужны, ради чего все это прохожу. Так, ладно, пошли в Винтерхолд. Что происходит? Что там случилось? Что значит, возможно, Винтерхолд в опасности? Ты оглянись вокруг. Какие уж тут сомнения. Пошли, надо что-то делать. Давай, Арно, пошли. А надо? Они и пальцем не пошевелят, что там. Оу, щит. Давай, сиянием рассвета, сейчас шустрее пойдет дело, я думаю. О, да. Больше ничего и не падает, что ли, только камни душ.
Фу. Так, разгребли говно. Куда дели архимага? Алло. Да? Все. Хотела бы я сказать то же самое о нас. Мы с Толфдером попробуем продержаться. Тебе нужно получить посох Магнуса, и чем быстрее, тем лучше. Я останусь здесь. Посмотрю, сможем ли мы добраться до Анкана и остановить происходящее. Я могу послать только того, кому я доверяю. Да и в конце концов, это же тебе приходят все эти видения, так? Что? Это точно? Посох там? Это не может быть простым совпадением. Об Архимаге. Он дал мне кое-что некоторое время назад. Он сказал мне, что это из лабиринтиана, и что я пойму, что с этим делать, когда придет время. Коготь. Я думаю, он хотел отдать это тебе. Не знаю, в чем дело, но это было для него что-то очень личное. Также, думаю, тебе стоит взять этот амулет. Он принадлежал Савосу, но я думаю, тебе от него будет больше проку. Возьми это и уходи отсюда. Принеси посох, прежде чем Анкана разрушит всю коллегию. Амулет, дверное кольцо. Куда дели тело архимага-то? Он штук лежал. Услуги по зачарованию предметов. Взяли, спиздили. Одна из немногих. Я, походу, блядь, без мантии остался. С остальным Скайримом. Твою мать. Ну ладно. Так, лабиринтиан у нас... Ага, я, кстати, думал, он где-то вот в этих горах. Окей. Отсюда спустимся. По Шурику. Или по Шурику. А ты еще? По-моему, это пиздец. Да, это охуенный дракончик. Самый, по-моему, по сложности. Я еще помню, как Серыч. Сейчас даю эту душу высосу. Я так думаю, рано или поздно нам легендарные начнут встречаться. Да. Так. Если ты считаешь, что это поможет. Да, да, это поможет. Конечно. Ебать, перегруз. Так, чё б тебе ещё повыкладывать? Слитки давай. Ещё чё-нибудь. Так, а вообще, наверное, давайте на этом закончим. В следующей части пойдём с вами в лабиринте. Который вон там. Сейчас с вами был Филранес. Всем пока и до новых встреч.